Всем привет, с вами как всегда Муныч и Брутанский. И мы продолжим играть в наши сборочки Техномаг версия 4.0 на 42 серия. И пока там у нас копится энергия в нашем хранилище, мы пока немножечко займемся вот в том вот чудненьком версточке, таком алмазником светящимся, который там у нас третий по счету, справа вернее. Немножечко займемся аварийкой, короче говоря. Слушай, а как тут Баублис открыть? Я забыл. В смысле Баублис открыть? Так, настройки, управление, надо... Ты можешь через инвентарь открыть Баублис. Это вот этот получается... Сейчас. Движение, игровой процесс, инвентарь. Инструменты, тут где-то, по-моему, была отдельная настройка Баублиса. Ты можешь через инвентарь кольца Баублиса открыть. А, вот оно, все, вспомнил. Идиот. Че ты ржешь? Я хикарь. Двач, саб-двач. Двач по тебе скучает. Блять, опять. Вот почему, когда я к тебе прохожу, сука, сервер начинает тварь виснуть. Ну, я не знаю, но решается как... легко, это решается. Как только вы... Вот, ребят, как только выходит, все, сервер сразу работает нормально. Что, блять? Какого хера серверу надо, кстати говоря, сделать за кадром улучшенную алхимическую печечку? Очень топовая вещь, работает намного быстрее, чем обычные алхимические печки, которые перерабатывают не эссенцию. Итак, нам сейчас нужно сделать что? Нам нужно сделать сейчас нейтронный коллектор. Это пока что все, что мы можем сделать из аварития. Для начала. Значит, сколько мне нам нужно будет железных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 железный блок. Окей. Без базара. 21 железный блок, так железный блок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, два. Что-то там шу-шу-шу-шу. Падла. Да и этот самый, я просто себе напеваю, потому что, знаешь, тут... Что-то ты мне пиздишь. Ниточка, ниточка. Так, далее. Что у нас кварцевые блоки? Раз, два, три, четыре, пять. Значит, 10 кварцевых блоков. Окей. Обожаю кварцевые блоки. 10 нам нужно было, да? Вот, 10 кварцевых блоков. Уебля. Что? Уебля. Пиздуй отсюда, а? Путин, или ты хочешь, чтобы опять сейчас сервер завис нахер? Да он зависит, я перезайду и все. О, блядь, он опять завис. Здрасте, блядь. В этом во все виноваты ебаные моды. Скорее всего, вот он выходит, все сразу сервер работает нормально. А что тогда, ну, и что это виновато тогда? Хуй его знает. Так, теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть кристалл матрикс Агнат. Так, нет, я, пожалуй, надену все-таки очки хикаря. Шесть, да? Ой, я буду хикарем в драконке, мне раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть там надо было, да, или семь? Хер знает, 7 возьму. Так, уже половина бассейна маны одного заполнена, и получается 1/3 второго бассейна маны заполнена. Угу. Так, да. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А я-то думаю, почему 10, они так мало? Они 20. Сожрали все блоки, которые я им накидал. 20. Вот ублюдки. Чем их только не корми, они все равно этот самый. Был... Слушай, а есть что-то по... Которое... Больше горения угля получается коксового или нет? Не. То бишь... Бля. Можно как-нибудь где-нибудь тут вопросик нажать.
чтобы как-нибудь, блядь, скрафтить и не выставлять это вручную. Ладно, буду выставлять вручную. Хер с тобой. Так, нейтронный коллектор. А, тут вот, вот такие вот тетрисы у нас. Ёбаный стыд. Кидал я туда блоков, а чем я вообще, собственно говоря, сейчас хотел заняться? Я хотел заняться чем-то таким, пока не увидел, чтобы ёбаные шляпы. Ёбаные шляпы? Угу. Так, вот, короче, нам выдают, получается. Что-то тут нет. А, вот тут по одному убрать. Вот. Вот так, вот так. И вот так вот. Дальше вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Теперь вот так вот. Так. Ну, вроде бы. Нейтронный коллектор. Поиграем в гляделочки. Ну, давай. Теперь у меня вопрос. Как это пиздоблять будет, сука, работать? Никто мне не скажет. Так вот мне же тоже это интересно. А ну-ка. А, хочу провод попробовать взять один. Вот сюда его коннектнуть. Может быть, ему питалово надо. Я хз. Я, смотрите, никогда толком не работал. Ах, хер знает. По-моему, питалово ему. Хочу попробовать. Еще поставить. Угу. Try not to think about it. Окей. Okay. Think about it. Что это? Нейтрониум компрессор. Ебать. Хорошо, пыль нейтрониума. Как ты делаешься? Ты, по идее, должна делаться... Как раз таки вот в этом ублюдке, в этом нейтронном коллекторе. Так, древесина мечтания — это не то. Фиолетовый какой-то нестабильный куб. Нахуя он вообще нужен? Я не знаю. Что этим вообще делается? А, ничего, кроме стальная крышки. Матрица. Из него, кроме крышки, фиолетовый нестабильный маяк. Ну-ка, сейчас возьму 9. Черт. Так, вот сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, выкинул случайно. А я думаю, чем мне сейчас заняться, потому что тут, по идее, в ботании, okay. В ботании тут только броня всякие, ножницы, королезы какое-то. Угу. Слушай, я реально не знаю, что надо этому коллектору нейтронному. Он, наверное, знаешь, будет собирать этот нейтрониум, но через некоторое время. Ну, короче говоря, хай работает. Тут мы, короче, и стали на том. То, что лексия ботания. Чего? Окей. Ты шаришь в лексике ботании. Вы должны удержать лексику ботании в руках, чтобы прочитать это. Ару. Воу. Так, ладно, пойду тогда разбираться с драконьим реактором. Что-то зарядило. 1,58 биллиона. Неплохо. Нормально. В принципе, должно хватить. Можно отключать этот кабель обоссаны. Вообще отключать его нафиг. Вот так вот. Вот так как классно впереди, ребятки, зеленым заливаются эти кабеля. Ох, а я тут... Ох уж эти эндермены. Для меня они вторые по надоедности по скриперам. Клянусь, что человек, который бы сказал ночью их...
создать слишком много выпил. Тем не менее, влив стандартный кинжал немного энергии, можно создать бесплотный резчик, от которого все эндермены заплачут. А не трогай меня, я буду плакать. За типа вливание маны, прочность кинжала сохраняется только на несколько убийств. Энергия, которая требует для его создания, мешает моностале впитывать ману, чтобы спастись от повреждения. Как типичный инструмент из моностали. Но с этим можно смириться во имя убийства этих гадов. 69 использований всего лишь. Прикольно. Так, еще что? 4, 5, 6, 7, 8. Вот мне нужно 8 тут будет проблемы. Тут почему-то некоторые на английском. Ректор Энджи. Инжектор. Надо вот эти вот еще срани сделать. Раз, два, три, четыре. Здрасте. Вот реактор Energy Injector. Делаем в полевых условиях все. Ёпта. Так, этот блок развивает ткань пространства, придавая любую приложенную к нему поршневую силу блоку, который связан с ним. Для привязки крылья щелкните по ПКМ с посохом леса. На нем потом на блоке, который необходимо к нему привязать. Кроме этого, блок является крайне нестабильным, может создать сверхъестественное последствие, которое надо внимание. Внимание? Да, аниме? Нет, внимание. Раз, два, три, четыре. Он становится устойчив к прилипанию к липкому поршню. При этом, возможно, рамочная установка. Прикольно. Вот эти теперь собрать. Так вот, раз. Раз, мягенько. Ой, раз, два, я что-то пошел это говно смотреть онлайн, только его нету на русском. Ядро хаоса. Так, кто там, пожалуйста, в меня стреляется? Ты, пошел нахуй. И ты, пошел нахуй. У меня только на 3 ядра хаоса хватило, прикинь. Ах, ну что ж, придется, как всегда. Осталось 1/4 для полного заполнения одного, короче, бассейна. Получается. 5 лямов, 5 миллионов за ядро хаоса. Релат EMC. А, я 50 миллионов поставил за него, охуеть. Так, только не ты, скотина зеленая. Ты чё, тварь? Да. Дыу-булет с него выпало. Воу. Так, это, конечно, хорошо, что с него там выпало, но... Так, драконник. Всё, нужно собрать чё, эти реакторы. Синий в ботинках охуел, да? А да. Ты чё, в синих ботинках и в этой самой броне жёлтой? Раз, два, три. О, как раз на 3 штуки хватило. Так, ещё чуть-чуть, и у нас заполнится хотя бы 1 бассейн маны. Сколько я уже жду? Я не знаю уже, сколько я жду, но у меня эта серия будет, короче, скучная, потому что я тут чисто смотрю крафт разных предметов из ботании. Вот. И а вот кольцо магнетизма — это годная штука, надо будет попробовать сделать ее потом. На то этот все мои предметы сосет, я его тоже сосать буду. Только у меня магнит с драконика. Ну да, а у меня будет с этого самого. Так, что нам нужно? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так сделаю на одной высоте с этим. Хопа. Драконик реактор кор. Так, войско память 1 на 1. Что это говно вообще делает? Так, какое? А что про него можно вообще прочитать? Так, поглощая ману из инвентаря. Так. Что? Сейчас. Что-то он там уже опять нашел. Так,
Ну, так. Так, Эммит Хасай, Сон, так. Угу. Так. Угу. Так, драконик реактор. В принципе, тут записано, как они делаются. Я понял, как мне его, короче, заполнить. Надо его просто... Но не помню, на сколько блоков нужно назад его отвести. Реактор кора здесь нету. Я не вижу здесь реактор кора. Что очень печально. Вот ядро хаоса, бла-бла-бла. Все дела. Да, реактор кора здесь не вижу. Это очень печально. Так, вообще не вижу. То есть, короче, какое-то кольцо кордовых. Так, вот я не помню, насколько нужно отвести вот этот кусок говна от реактора. Блоков на 5, по-моему, или нет? Бля, ты не помнишь? И я не помню. Ах ты ж тварь. Так, то бишь теперь это говно отдает, хотя... А я, короче, понял, как тут можно переносить, получается, из одного в другое. Ну и как? Да при помощи планшета маны, вот этого, который, который я только что сделал. Вот, то бишь, получается, он... Так, а как вообще поменять, чтобы он сосал или чё он? Угу. Так, ну мне кажется, надо блоков на 5. Так, раз, два, три, четыре. На 4 блока, по-моему. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А на пятом как раз-таки эти стабилизеры должны быть. Раз, два, три, четыре. Четыре, сказал. Раз, два, три, четыре. Так, сейчас поставим вот эти стабилизеры обоссанные. И посмотрим, включится ли у нас реактор. Если реактор у нас сейчас заработает, в принципе, собрали правильно. Ну, если так подумать. И нихрена. Слишком далеко, походу. Или слишком близко. Хз, может еще этот... Я не помню, короче говоря. Надо потом немножечко подумать получше, как поставить этот долбанный реактор. Посмотрю свои скрины со второго техномага и потом уже это. Короче, в следующей серии я буду уже действительно строить реактор и запускать его. О, какие прекрасные лаги, я обожаю их просто. Дайте я пойду обратно в свой мир. Так, тут for transport of mana between one and another. Так, Ты сделал портативный этот для маны? Ну, в принципе, что-то типа того. Вот, и я, короче, теперь могу перемещать ману из одного в другое. То бишь, сейчас вот я из этого, получается, высосу всю ману. Слышь, а давай откроем врата Вальхейм? Мы сейчас не можем открыть их. Вообще-то можем. Вот, вот. То, что вот я делаю, вот эльфийские врата, там нужно, получается, два полностью наполненных этих самых. У меня они стартовали и не полностью. Если сейчас кликнуть по вот этому среднему блоку, то у нас врата заработают. Ты что делаешь? Ты наоборот, блядь, втягиваешь. Да убери вообще отсюда, уйди! Ты наоборот, дебил, сейчас втягивал. Я не втягивал, я наоборот, этот самый, было меньше половины, и стала половина. Да ни хрена не стала половина, я смотрю, хрена. Мана наоборот уменьшалась. Мана ни хрена не уменьшалась. Уменьшалась в бассейне мана. Да ни хрена подобного.
Было меньше половины, я смотрю, блядь, уменьшалось. Было меньше половины, стало половина. Половина, да. Ну-ну. Оно вообще не изменилось. Потому что сейчас... Вот сейчас пошло набираться, а то оно, наоборот, уменьшалось. Куда ты вообще делаешь, я не понимаю. Смотрю состояние заполнения маны. Кусок аутиста. А, молодец, я сам подобрал, блядь. Дебилоид, блядь. Угу. Молодец. В смысле, он вообще-то разряжен, алё? Все, я активирую врата Вальфхейм. Ну попробуй. Че их пробовать-то, блядь? Так, подожди. Я тебе говорю, то, что они должны полностью заполниться. Нет. Что-то здесь не то. Я все построил, как мне показывала эта самая книжка из ботании. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, что-то тут не то. Что-то тут еще должно стоять. Насколько я помню по Infinity. Два, получается, энергетических пилона. Ну, вот а ну-ка, дай мне книжку. Два, я вот сейчас вот наблюдаю ровно за тем, как вот он строится. Все стоит. Ты можешь ровно, дать мне книжку? Ровно точно так же, кроме вот этих вот двух верхних блоков, которые я поставил для красоты, для большей. Нет, ты просто можешь мне тупо книжку эту дать, гребаную? На. Только я не уверен, что это что-то изменит. Да, welcome, ботания, бла-бла-бла. Да, 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 смотрите онлайн. Спасибо, блядь, сейчас свернет мне майн нахер. Просто шифтом нажми на этот блок, и все. Вот на этот, на ядро. Да понял уже, так. Портал Вальфхейм. Так, два природных пилона. У нас какие? Природные пилоны. Хорошо. Дальше. Угу. На, это... Ты вообще в курсе то, что ты бассейны не там поставил? Здесь надо тогда было ставить. Надо было их вот здесь немножечко в стороне ставить. Вот тут вот. На тогда, блоке. Тогда я сейчас сделаю еще это самое, планшетов маны. Тогда вот сейчас вот я эту всю ману. Там получается два блока, но как раз здесь два блока, да. И планшеты нужно было вот тут вот ставить. Вернее, эти бассейны маны вот здесь. Так, дальше. Бассейн маны, так. Угу. Ну что, сам даже посмотри на рамку. Как они должны ставиться, эти бассейны? Ну, вот сюда вот куда-то. Ну вот. Вот да, он должен быть не здесь, он вообще должен вот тут стоять. Понял? Угу. Так, тогда сейчас я еще планшетов маны сделаю. Мне интересно. Так. Ну так перекачивай пока с одного бассейна в другой, чтобы не просрать ману. Так. Project E. Reload EMC. Интересно, получится ебать или нет. Так. Теперь план. Да. План. Планшет маны, да, вот пустые они есть. Выпал. Потому что у меня на Infinity, вот вспомню. Там у меня тоже вот стояли врата Вальфхейм. Я уже не был на Инфинити.
тот самый. Я там не видел, где у тебя врата вообще в Эльхейме там были. Ну, это получается, я тебе говорю о том, то, что как раз-таки вот у меня даже практически пустые бассейны маны, но у меня портал запускался. На чуть-чуть и сразу сдыхал. Так, окей. Теперь надо... Теперь вот это. На нахуй. На нахуй. Выкачаешь этот, нет? Или нет? Может, ты туда нормально закинешь, нет? Окей. О, выкачила ману. Так, теперь ставим его вот сюда. Дальше ставим это дерьмо сюда. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, блядь. И хули ты класснул шифтом по нижнему? В смысле? Ты класснул шифтом на бассейн маны. Он теперь этот самый. Ну. С так, планшета он теперь отдает. Так он отдавал? Ты класснул так, что бассейн маны его, наоборот, в планшет сувал. Так, режим привязки. Что-то я не пойму юмора. Какого хера? Даже не может тут эти отблоки убрать, действительно нахер они мешают. В смысле, блядь? Какого черта? Оно ж раньше работало, блядь. Чё за бред, блядь? Не, подожди, что-то здесь походу не то. А что здесь может быть не то? Потому что раньше, я тебе говорю, даже с пустыми бассейнами, вообще с минимум, я мог запустить. Что-то не то. Так тут надо класснуть по ядру блока. Так я по ядру и клацаю, между прочим. Точно вообще этот портал правильно собрал или нет? Да. А ну-ка дай мне еще книжку разочек. На. Так. Угу. Ну, квадратом оно выходит. Хорошо. Угу. И ни хрена. Угу. Так, природный пион, хорошо. Ядро эльфийских врат. Угу. Нихера. Что-то как-то странно, короче говоря. Надо будет разбираться с этим конкретнее. Тут, знаете, оно уже только режимы меняет. Тут они не кликабельные. В отличие от распространителей и, получается, цветков. Да, я понял.
Ну, что-то как-то странно. Ты не находишь? Книжку, может, хотя бы вернешь, нет? Где ты там? На. Нужен другой посох. Подожди, ну. Нет, тут единственный такой посох. Ботания. Так, вот смотри, ебать. Слушай, он должен быть поднят на один этот самый. На один блок над этими самыми, то бишь он не должен быть вот так вот. Ну, вот твоя ошибка. Так я, блядь, думал, то что все нормально заработает, а не так, как эта хуйня, ебать. Выеби этого скелета, блядь. Так, окей, сейчас нужно будет... Все, винсишко добавить. Нет, винсишко добавлять это не буду. Мне вот это надо. Вот так вот. Ебать, смотри. Вот так вот, ебать, оно должно быть. Ты же видишь вот это очертание или нет? Нет, я это не вижу. Потому что их видишь только ты, аутисты долбаны. А я думаю, какого хрена оно не работает? Так оно, по идее, так и так должно было работать. Точно так же, как оно, хотя это же различия, ебать, такие, нахуй. То, блядь. Ну, конечно, а ты, ебать, думал, что все так просто, нахуй. Я так, а вот теперь... Опа! А вот теперь я заработал. Да, только сейчас, блядь, всю ману, наверное, высосет. Блядь. Конечно, высосет. Ага, только а как его дезактивировать-то, ебать? Та изи. Берешь и ломаешь. Вот тебе дезактивация. Вот и все. Короче говоря, что нам нужно, допустим, для торговли с этими хачами? Для торговли, если вот посмотреть, то тут вот будет вот даже... У тебя есть два слитка моносталя? Маны нету, но я могу ее легко... Нет, я не могу легко сделать. Тю, ебать. Сейчас, оно где-то в имеешке инфосотка есть. Я там делал дохуя. Блять, что ее делать? Два женских слитка, какие нахер? О, какая сука. Прелесть. Пошли нахуй, блять, вообще. Блять. Два слитка закинь. Алло. О, слиток элементаля. Пиздил. Чмо. Пошел нахуй. Интересно, если просто железо им кинуть, что-то будет? Ну, они тебе просто железо отдадут. Ору. На траву. Спиздили? Ну, или нет? Может, ты не будешь? Ничего не сделаю. Вообще, пидор охуел. Так, подожди, нахрена эти слитки элементаля? Слушай, нам еще надо как-то... Гаи попасть еще надо будет. Ну только я не помню, как оно делается. Вообще это. А, в первоочередно, что ебать надо сделать? Чисто нахуй. Распределитель маны Гана, Гая, пион, двух Гая. Вот, поздравляем! Вот. Мы заметили, что наш портал открыл связь с другим миром. Это действительно довольно шокирующая новость. Мы благодарим вас за предоставление нам книги знаний вашего мира, чтобы держать нас в курсе всего, что произошло, так как мы оставили этот мир давным-давно. А после некоторых дискуссий с Верховным Колосом эльфийских садов мы решили объединить усилия, прочитав вашу лексику ботания. Мы обнаружили наличие большого количества ресурсов в вашем мире, которые мы чрезвычайно заинтересованы получить в свои руки. Так как они не существуют в наших землях. Связь, которую вы сумели установить, слаба. Живые существа не могут пройти.
Как вы уже знаете, однако в этом есть и положительная сторона. Связь проходит сквозь ткань времени обоих миров, по пути теряя синхронизацию, поэтому вы получили вашу книгу обратно так быстро. Что касается расхода маны и других магических энергий, у нас большие запасы, так что беспокоиться о закрытии портала с нашей стороны не стоит. Давайте рассмотрим перспективы для того, чтобы обеспечить будущее обоих наших цивилизаций. Мы гарантируем, что будем принимать набор нужных нам ресурсов из вашего мира в обмен на ресурсы, которых нет в вашем мире. Мы взяли на себя смелость и дали задание нашим лучшим песцам собрать большой набор знаний из нашего мира, которым мы готовы поделиться. Вы можете найти эти знания в своей лексике. Надеемся, вы найдете их прочитанными, поучительными. И что они поощрят вас использовать наши материалы для создания уникальных предметов. И последнее, но не менее важное, имейте в виду, что если вы решите отправить то, о чем мы не договаривались, торговать, будем считать это подарком, оставим его у себя без дополнительного предупреждения. С нетерпением ждем обмена ресурсами с вами. С уважением, Высший совет эльфийских садов. Теперь как попасть нам это, чтоб Гаю выебать? Так, вот, ритуал of Gaia 2, ресурсы Эльфхейма. Тут, короче, древесина мечтаний, для различных жизней дерева, читайте об этом в статье. Так, блоки Монастали, тут типа пальца феи. Заинтересован строительство шикарного белого квартала из кварца Нижнего мира. Эльфийский кварц. Эльфхейм имеет также собственный вариант стекла, называемого эльфийское стекло. Он выглядит довольно просто, но его узоры случайны, зависит от того, где он расположен. Чикач. Так, теперь... То есть надо делать портал, короче, надо им будет кидать кварц. О, кстати говоря, вот, нейтроний, у нас появился 5 кусочков нейтрония. Хера оно долго делается, охуеть. Так, окей. Ну-ка, ВМС-шку, если тут добавить. Тут уже, ага, вот, дух Гаи, но я, если честно, так... Shift плюс LKM. Ритуал Гаи — это процедура, часто используется эльфами. Он является единственным способом добычи духа Гаи, который является сущностью самой богини Гаи. Этот ритуал требует активирования маяка и несколько пилонов Гаи, который установлен на один уровень выше маяка. А также один слиток Тарастали в жертву. Тут оно, в принципе, легко делается. Чтобы начать ритуал, просто кликните Shift плюс PKM на блоке. Со слитком Тарастали, а сколько мы уже пишем, интересно. Сделайте шаг назад и готовьтесь... 37 по 38 минут мы пишем. И готовьтесь к борьбе за свою жизнь. Вам потребуется все ваши умения для борьбы с хранителем Гаи. Бой может быть сложнее, чем бой Ты уже заговариваешься. Да. Так. Чем бой с сушителем? После победы над хранителем можно собрать свой приз – горстку духа Гаи. Учите несколько моментов. Первый. Настоятельно рекомендую использовать элементивую броню. Она лучше обычной из-за призывания Пикси. Я феечка Пикси. Блять, нет. Это где-то было. Сейчас. Окей, Google. Феечка Пикси. Слышь, как феечка. Так, эффекты маяка аннулируются во время битвы, что также должно быть принято во внимание при подготовке. Держитесь подальше от пурпурного. Тут уже английский, последняя страница. Так. А, ну тут, в принципе, написано точно такое же, что и на пятой странице. Ну вообще пофигу. Так. Да, нейтрониум блок. Слушай, ну в принципе, Project E решает. Слушай, тут есть еще какой-то, короче, Trilix of Azir. Непонятный. Вот. И ритуал Гаи, в принципе. Ритуал Слушай, Гаи. Давай на этом уже заканчивать, а? Ну давай, чё. Я ж тебя жду, пока ты там, блядь, начитаешься. Хуйни всякой.
В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поставьте усик. Но если вам не понравилось, то поставьте дизусик. Ну, а также, если вы здесь находитесь впервые, то не забывайте подписываться. И звать вас и друзей, потому что мы всегда радуем подписчикам. А также не забывайте оставить свои комментарии и подписаться на группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Ну, а на этом сегодня все. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.